Знаю, что ты слышал, как совет поступил с Данте. Да, и перед этим я предупреждал его об этом. Я знаю, что ты и Данте не поладили, но сейчас не об этом. Я хочу, чтобы ты рассказал Инае об уходе Данте. Я слушаю. Что ты делаешь в моей комнате? Зачем ты пришел? Мы уже все выяснили еще в прошлый наш разговор. Уходи, пожалуйста. Тебе здесь делать нечего. Да, да, я знаю, что я нежеланный гость в твоих покоях. Но кто бы еще тебе об этом сказал, кроме меня? Михаэль, говори, в чем дело, и уходи. Пока ты так сладко спала, Данте, твой возлюбленный, все же решил уйти из Ордена. Я видел, как он с Аданесом о чем-то говорил перед тем, как уйти. Демоны, демоны, демоны. Михаэль, он бы так не поступил. Данте мне все всегда рассказывал. Я знал, что ты не поверишь мне, но это правда. Если не веришь мне, то иди к Саденесу. Он подтвердит, что я не лгу. Он мне все расскажет. Вы все мне все расскажете. Все, что ты сделал с Данте. Во-первых, успокойся и давай поговорим. Я все расскажу. Говори, я слушаю. Михаэль сказал правду. Данте ушел. Куда он ушел? Говори, живо. Я не знаю, куда он ушел. Данте не сказал мне об этом. Ложь! Вы все тут лжете! Нет, Эная, это правда. Я понимаю, как тебе сейчас больно. Мне очень жаль. Я переверну тут все вверх дном, если ты сейчас же не скажешь мне все, о чем ты говорил с Данте! Оставь меня и моих.
Да, но у меня мало времени. Поэтому выслушай меня, любимая. Нет, Данте, ты же не покинешь меня снова. Прости, любимая, но я не могу остаться. Послушай меня, пожалуйста. Я покажу тебе правду. Но ты должна сохранить ее в секрете и найти покровителя того, о ком говорила Дита. Нет! Не уходи! Я прошу тебя! Я должен, Иная. Все ради того, чтобы мы встретились вновь. Ты должна быть сильной. У тебя великое будущее. О каком же великом будущем вы все говорите? Его не будет, если рядом нет тебя! Найди покровителя и будь сильной.